Итак, всем, итак, привет всем, привет любителям видеоигр от Рубил, и мы продолжаем проходить Assassin's Creed 4 Black Flag. Так, вот я тут приоделся, да, приоделся я, ну, взломал на Артмане, конечно же, без этого никак, и теперь мы бегим к основной миссии. Давайте глянем на карте, не так уж далеко бежать, сундуки можно уже не открывать, они нам, собственно говоря, и не нужны особо, нафиг они нам. Сколько вот я уже более двух, нет. Три недели я уже не вываживаю видео на свой канал. Да, где-то три, может меньше, я не знаю. Но вот сегодня, думаю, выложу вот эту часть. Нет, нет, перед этой там я заснимал, выложил. А сейчас давайте запишем. Начинаем задание. Надо же, вот Иуды. Тошнит, как подумаю, сколько раз омирился с этим самодовольным трепачом Хорниголдом. А вы человек принципа? Капитан Хорниголд. Полагаю, вам я смогу доверить мои планы. Справимся, Чарльз. Надо верить. И честь сохраним. Вот это вера. Поделишься своим планом? Покинем Нассау, это очевидно. Уйдем в ночи. Перегруппируемся в бухте. Так, и дальше что? Англичане разгрузились на берегу. Ой, извиняюсь. Случайно зашел. Нам надо пороху и смолы. Сделать брандер. Да направить его на блокаду, разнеся ее к чертям. Бля, пропустить нельзя, жаль. Ага. Ну ладно, посмотрим. Возьмем корабль Рекхема. Капитан Анаховый. Моя совесть чиста. Ладно. Значит, ты иди за порохом, а я достану смолу. Так, украдите 4 бочки с порохом. Украсть 4 бочки с порохом. Ну, это, думаю, проблем не составит. Хотя, кто знает. Ладно, давайте до вот этой сначала доберемся. Бля, запретная зона, капец. Ёпты. Ну, я лучше обойдем с вами. Пожалуй. Бля, да хрена бежать. Очень много. Бежать. 50 метров осталось. Ну вот оно, в принципе. А чё тут? Опа! Ё-моё! Да-да-да. Тут тяжело выкрасть. Тихо. Заметили? Не. О, мы сейчас вот это вот с вами убьем. Это будет преступление. Преступление года. Вот так. А как тут до него добраться-то, а? Ну, если вот так. Ну и чё мы стали? Ё-моё. Быстрее, твою мать, блядь. Чувак, быстрее. Есть. Одна бочка украдена. Фух. Да, чуть не заметили нас. Еще бы совсем чуть-чуть, и нас бы заметили с вами. Прыжок. Тут что, вышка? Да, бля, тут вышка. Это полный капец. Ладно. Как-нибудь потихоньку да выкрадем. Да знаю я. Не, он не слышит. Он не слышит. Так, а если тупо подбежать, всех убить, всех разбить, не получится, да? Бля, дятел, кусок дебила, блин. Идиота, блядь, кусок. Капец вы дебилы, бля. Валим. А можно будет взять бочку? Нет, бочку взять нельзя. Ну тогда валим.
Блин, провалили мы. Ладно, давайте их перебьем. Я, в принципе, мечи мощные. Козлы, бляха. Надо отбежать от этого отстрелка. Их очень тут много. Текаем. Ладно, все, стрелка нету. Я думаю, не достанет. Давайте поодиночке. Всех вас раскидаю. Опа, двоих. Ах, хорошо. Ёпты, бляна. Валим! Меня серьезно ранили. А кто меня так? Это что, тут стрелок, что ли? Капец! Как он тогда меня достал-то, а? Бля, опять запретная зона. Это тяжелая миссия, ё-моё. Ладно, вот этого мы сейчас убьем. Капец, она тяжелая. Только одну бочку только украли. Ты меня слышишь? Ладно. Сделаем вот так вот. Теперь вот этого надо убить. Быстрей! Нет, не фу. Бля. Капец, спалились. Просто-напросто спалились. Или нет? Не, походу... Не-не-не, мы не спалились. Вот эта вот вышка, она будет очень проблемная. Да, он за нами до сих пор следит. Ну ладно, как-нибудь да выкрадем, я думаю. Все, сейчас он отвернется. Надо немного подождать. Фух, тяжелое задание, конечно. Очень тяжелое. Все. Он отвернулся, теперь бежим сюда. Да еб... Не дай бог заметил. Тихо, сел, и сиди. Спокойно, только спокойствие. Нам надо зайти в палатку, что ли? Не, вот эта вот вышка, это, конечно, проблема. Так, он отвернулся, да? Они ненадолго, блин, отворачиваются, капец. Короче. Быстрее, блядь, дебил! Бля! Какой же ты идиот! Где лестница на вышку? Тут они в нас не попадут. Да ты дебил, блин! Я нажал пробел, ну ё-моё! Давай! Режь его! А где лестница туда забраться? О! Он сам к нам спрыгнул. Отлично. Кто там еще? Тихо. Сядь спокойно. Забегаем в палаточку. Спокойно. Заметили. Эх. Вот этот на вышке сидит. Как его там слить? Их там два сидит. Капец. Просто капец. И вот как мне незаметно туда добраться? Ладно.
О, это. Здорово, здорово. Мощно, да? Отойди, блядь. Я не стекануть. А, не то нажал. Да давай, пробивайся. А! Кай! 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 Фух! Теперь осталось все это вот убить сейчас. Потом тебя на вышке, я думаю, они перестанут меня замечать. Вот, тут этот нас еще стреляет. Вот так вот. Давай! Фух! Все, остался последний вот этот на вышке. Сейчас он сейчас обходит, сейчас сюда смотрит. Все, он отвернулся, как бы. Блять, заходи. Давай! Кради эту бочку. Есть. Вторая бочка украдена. Еще две. Это будет очень тяжело. Сейчас мы этих убьем. Но четверых сразу он, конечно, не убьет. Но двоих спокойно. Че, проблемы, да? Дерзкие? Ну, а ты че? А? Капец вы слабы. Это просто капец. Вы ничто по сравнению с ассасином. Фух, наверное, хер сейчас какую-то говорю, ну ладно. Что-то в голову вообще никакие мысли не приходят, что говорить, как комментировать. Может, мне речь надо подготавливать, я не знаю. Да вылези ты отсюда вот, наконец-то. Вот это вот. Оттуда украсть? Так это... Это как-то я не знаю. Ты дебил, я тебе говорю, ты просто идиот. Дерется хорошо, ума вообще нету. И то дерется даже. Реакции нету. Идиот! На! Давай, последнего. Чё ты, а? Борзы, да? Далее борзы нашелся. Так, где этот порох? Ого. А где он? А где порох этот? Они что, издеваются? Ладно, давайте бегаем туда сначала. Тю, я думал, тут порох так легко достанется, а нифига. Легко тут ничего не достается. Я бегу. Я бежу. Бля! Прячься! И я что-то тупанул, задумался. Перебегаем. О, иди сюда. Ты будешь идеальная жертва моя. Иди ко мне. Давай. Хороший мой. Идеальная жертва. А двоих он убьет, интересно, сразу. О. Иди сюда. Ты тоже будешь моей жертвой. Ко мне. Ля. Но не вас же не сразу двое. О. Да свисти, блядь. Вот баран. Ой, я вам говорю, это не ассасин, это просто какой-то идиот.
Мы по-наглому все сделаем, вот так вот тут прям. Очень-очень нагло поступим. Чтобы не бесили меня. Ибо нефиг на меня нарываться. Перебью всех. По очередности. Чувак! Ты что-то там хочешь мне сказать? Пацана, проблемы просто были, понимаете? Перебью всех, я предупреждал. Ибо нефиг меня трогать. Дали б мне спокойно грабануть, я бы вас не убивал. А так перебил всех. Ну не всех, но много. Так, и последний. Последняя, точнее, бочка с порохом. Давай, ассасинушка, давай. В тебя верю. Ты у нас могучий ассасинчик. Так, и вот это вот, тут где-то надо грабануть. Огню! Заметили? Да хер там. Заметил. Один заметил. Пиздец. Давай. Все, повесили. Вы видали? Вы видали, как я его беспалевно слил? А где эта бочка, ёпты? Оу, чуваки. А, она наверху, походу. Нет, она не наверху. Значит, она под землей. А где вход? Я не знаю. Как туда войти, типа? А, может, тут где-то. А где эта бочка водится-то, а? Капец. Как до нее добраться? Даже входа нет. Может, тут где-то? А, вот. Да ты идиот, я тебе говорю. Баран. Ладно, давайте. Пока с этими разберемся. Их тут двое, их тут не так уж и много, они мне ничего не сделают, опасно. Вот тут и все. Так, бочка у нас находится где-то вот тут. Где-то в этом районе. Чувак, ты зря нарвался на меня. Теперь валим, потому что бомба сейчас взорвется. Фух, вот она, последняя бочка. Украсть, крадем. А! Все, фух, задание выполнено. Да, убейте 4 в одной серии убийств, используйте дротики на страж. Блин, надо было все-таки синхронизацию глянуть. Курьер, схватите и Андрей. Так, чё мы, сколько уже записываем, я время что-то не засекал. Ладно, чё, наверное, закончим, да, эту серию. Что-то нет у меня желания больше особого записывать. Это, не знаю, не в настроении, ладно, закончим. Встретимся уже в GTA 4 в новом русском моде 1.4. Я уже его вот скачиваю, устанавливать буду. И встретимся, буду делать обзорчик. Встретимся уже с самой GTA. До свидания, подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч.